Ребята, всем привет! С вами снова Мафиозник. Сегодня в ролике я буду покупать 3 аккаунта за 100, 500 и целых 1000 рублей. И мне очень интересно, какие аккаунты мне достанутся. А в этом видеоролике я, знаете, что для вас разыграю? Додумаетесь? Догадаетесь? Нет, это будет некий Робин Голд. Что я разыграю? Посмотришь дальше, поэтому подпишись, поставь лайк и погнали покупать аккаунты. Вот, ребята, первый аккаунт я уже купил за 100 рублей, зашел в него, сразу залогинился, все работает, логин, пароль, все подошло. Сразу же вижу здесь бронз ассистент, это уже прикольно, это круто. Левел 22, сильвер 2, блин, ну, такой себе, конечно, пойдет. Сильвер 2, это прикольно, за 100 рублей прикольно, мне уже это нравится. Друзей почему-то мало, конечно, 2 друга всего лишь, они оба не в сети, когда они там были, я не знаю. Давайте сразу же по ним пробежимся, зайдем сразу в профиль, посмотрим его КДшку. Так, соревновательный режим КД 0.79, 79 часов. Самое интересное, что попадется за 100 рублей на аккаунте Standoff 2. Заходим в инвентарь. Все, бронза, только медалька и все получается. 001 голда, 34 серебра и все, и капец. Давайте пойдем в рынок, посмотрим, что у него вообще есть. История какая-нибудь продаж. О, история продаж есть. Ну, о, нифига себе, ребят, смотрите-ка. История продаж много. Воу-воу-воу, так вот здесь, смотрите-ка, нормально вот здесь. В общем, погнали смотреть, какой бы нибудь достанется аккаунт за 500 рублей. Вот это уже интереснее. За 100 рублей посмотрели, пойдет, неплохо. 100 рублей, неплохо, пойдет. Воу, ребята, вот тут уже поинтереснее. Сильвер 4 за 500 рублей нам достается. Левел 24 у него. Друзья есть, друзья здесь у него нормально. Даже не буду все перелистывать. Походу аккаунт, наверное, ну, в принципе, живой, я так понимаю. Потому что он даже играет, даже есть в сети. Китайские иероглифы, походу, нам прям какой-то, походу, прям конкретно такой аккаунт достался. Общая статистика 1.17, 740 часов. Неплохо. Так, не состоит в клане, ничего нету. Момент истины. 500 рублей. На что я потратил уже 600 рублей, получается. 100 рублей был первый аккаунт и 500 рублей второй аккаунт. Так, заходим в инвентарь. Я закрыл глаза, я не хочу смотреть, я нажимаю. Что там? Бах! О, вот тут уже прикольно. АВМ Dragon, 4 наклейки. АКР Necromancer, StatTrek, 4 наклейки. Юм-45 Газ, 4. Короче, ребята, здесь уже прикольно, смотрите, прям вот офигенно. Медаль Ветеран 2020. Офигеть! Что на этом аккаунте вообще творилось? История продаж. О, смотрите, о, здесь походу тоже трейд. Прям сразу видно трейдились, сразу, потому что закупал АКР-ки. Очень прям много, я не знаю, что прям на ункомонках или комонки, что это, по-моему, комонки, да? У них разве можно трейдиться, смотрите, АВМ-очки пошли, а скрейчи, да, тоже. О, ножи, ребята, смотрите-ка. Он продавал ножи, так, а, тут 306 голды, я даже не заметил. Нифига, смотрите, ребята, ножи, короче, скорпион ножи, флип-кнайф, керамбиты здесь, бабочки, кунаи, блин, да офигеть, ребята, это вообще конкретно. А ну-ка, история покупок. А стикер Dragon покупал сюда. И также керамбиты, смотрите, некромансер. Прям повезло мне. Ты уже поставил лайк, по-любому. Погнали смотреть аккаунт за 1000 рублей. В общем, ребята, вот этот аккаунт мне достается за 1000 рублей. Левел 49, сильвер 3. Друзей я тоже вижу здесь нормально. О, он даже здесь в клане. Смотрим теперь профиль. Самое интересное, это профиль. Сразу заходим. Общая статистика. 320 часов, 0.88. Так, ребята, момент истины. 1000 рублей. На что же мафиозник потратил целых уже 1600 рублей? В общем, ребята, ну самое интересное, вот самое интересное сейчас будет в том, какие здесь скины и сколько голды на аккаунте, потому что на этот аккаунт я потратил целую 1000 рублей. О, на все, М9 по ИНЕТ, лубла, ништяк, у него здесь нож на аккаунте, просто арканка. Все, это уже круто, все, нож есть, это уже супер. М4 Nightwolf, М40, давайте сразу также пойдем на рынок, посмотрим мои запросы на продажу. Нету, на покупку нету. Так, история продаж. Некромансер продавался, АВМ-очки продавались. В общем, ну, вроде как, так, стоп, нифига наклеек. Ребят, тоже трейдил, походу, да, здесь тоже чувак трейдит. АВМ Генезис продавался даже у него здесь на аккаунте, смотри, вот он не Некромансер у него кыркается. Странно, почему он не оставил на аккаунте, но ясно. Что же сюда у нас покупалось? А вот она ВМ-ка. Кстати, вот совсем недавно, да, получается, это было. И еще даже он после этого даже покупалось. Тоже для трейда использовал он. Вот они, эти наклеечки.
Блин, он по 42 покупал же, правильно? Ну да, он по 42 покупал. И по 24 продавал. Ну, бизнесмен, конечно, вообще ништяк, во. По 45 купил, по 24 продал. В общем, ребята, вот такой получился видос. Давайте подведем итоги. За 100 рублей достался вообще пустой аккаунт с одной медалькой. За 500 рублей более-менее. Прикольный был аккаунт, мне понравился, были скины. В этом аккаунте у нас уже есть аркана, уже достался мне нож. Поэтому, по идее, я не в минусе, но особо не в плюсе. Я доволен. Поэтому, братишка, надеюсь, тебе понравился данный видос. Ты уже поставил лайк, жди следующего видосика. С тобой был Мафиозник, желаю тебе удачи. Пока-пока.